Судьи готовы? Отлично. Время. Добрый день, уважаемые судьи. Меня зовут Диляра, я приехала из Казани и представляю «Нефть кофе». Одна из фишек нашей кофейни – это small talk, когда в небольшом разговоре мы можем не только чуть больше узнать о предпочтениях наших гостей, но еще и к ним самим стать чуточку ближе. Здорово, что сейчас кофемашины стали настолько продвинутыми, что мне уже абсолютно не нужно их контролировать. Больше сконцентрировать свое внимание именно на гостях и на вкусной чашке кофе. Сейчас мы как раз это и проверим. Вначале я вам подам эспрессо. Эспрессо – рецепт. 18 грамм кофе на входе, 48 грамм кофе на выходе за 30 секунд. Готовится эспрессо начинает на 9 секунде, и небольшое предсмачивание обеспечит выход углекислого газа и ровную экстракцию. Пожалуйста, эспрессо для вас. Пожалуйста, эспрессо для вас. Скорость потока воды я выбрала 5 грамм в секунду. Достаточно мягкая скорость. Она позволяет мне выварить максимальную сладость и сделать чашку тактильно приятной, чистой и читаемой. Дорогие судьи, я готова приступить к описанию эспрессо. Кислотность выше среднего, сладость средняя, горечь ниже среднего. Букет. Сок маракуйи, красный апельсин и темный шоколад. Тело легкое, сочное. Пожалуйста, этот эспрессо для вас. Этот эспрессо для вас. После вкуса продолжительное, обволакивающее.
уважаемые судьи, в качестве кофейно-молочного напитка я вам подам капучино. Объем у него будет 200 мл, но я слегка не долью в чашку, так как она слегка чуть больше объемом. Кофейно-молочный напиток получится без смещения баланса в одну из сторон кофе или молока. И я готова озвучить букет кофейно-молочного напитка. На первом глотке молочный шоколад, песочное печенье, пожалуйста, капучино для вас. Пожалуйста, капучино для вас. Так, букет. На первом глотке молочный шоколад, песочное печенье и ягодный конфитюр. Эспрессо для моего молочного напитка я готовила практически идентично приготовлению предыдущего кофейного напитка, но выход у эспрессо чуть-чуть поменьше. Выход у него 45 грамм. Это обеспечивает большую сладость в капучино и делает чашку более читаемой, более яркой. Пожалуйста, капучино для вас. Пожалуйста, капучино для вас. В заключение хочется добавить, что в целом мне очень нравится экспериментировать с завариванием кофе. Вручную или в кофемашине. И очень приятно было провести с вами это время. Время.